почти съели все. Мой лес, мой огород. Смотрите, какой. Кто-нибудь когда не видел лист авокадо? Вот он, пожалуйста. Авокадо. Я тебя поймаю, поймаю. Где я? Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Привет. Побежу. Побежу от тебя, побегу. Привет. Привет. Ган? Все, догоню. Догоню. Давай. Иди, прячься. Прячься. Где я? Хи-хи-хи-хи. Я не помню, показывала, нет? Мы в супружеском магазине купили гречи за $10. Как бы, когда, например, 800 граммов стоит 3,5 или там 2,99. И мы купили 6 фунтов. Это 3 килограмма. Гречи, да, зайчик? Баллон дуешь? Угу. Я решила быстро разобраться с крупами. Перекладываю их вот такие вот мои mason jars. Горох, греча. Ням-ням-ням! Да! Вот. И выкидываю все эти мешочки. Я хочу на этой полке убраться. Вот. У нас с Инелем план до 1 февраля убрать весь дом, выкинуть все, что нам не нужно, или убрать чердак. Вот, так что у нас осталось несколько дней, а он все время на работе, поэтому у меня осталось несколько дней. Вот и трудимся. В общем, вот эта полка теперь такая пустая. Все убрала. Все крупы, которые в рассыпную, вот, например, греча, вот такой вот от кофе в банке, я поставлю просто вниз. И вот в эти ящики тоже. Вот, сейчас будем вот это, эти полки убирать. 2 hours later. Не знаю, видно, нет? Кто-нибудь знает, что это за птицы такие? Сейчас пока поправим ближе. Вот. Что это за куропатки? Птичка, да, рядом с машинкой. Вон. Пошла, 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 пошла. Кто это? Что? С ней. Потому что я вот здесь сначала следы увидела, вот здесь. И не поняла, думаю, что это за следы. А потом смотрю. А там мухи, курицы большие ходят. А типа эти что? Нет, это же не фазаны, перепелы какие-то, не знаю. Что это за перепелочки, зайчик? Непонятно. Ой, Эл проснулась. Энель уже поехал по работе. Я хочу сейчас мы покушаем, сделаем. Ну, наверное, Эл просто сейчас молочка попьет. Потому что Энель доел суп. А она перед сном хорошую такую тарелку съела. А? А? Давай. Ты можешь, давай. Ачу! Будь здорова. Чё? Прикольный? Это волосы, да, это из-за тебя. Блядь, мама. Давай, давай, давай. Давай, тихай, давай, давай, тихай. Будь здорова. Блядь. Ну, твоя мама. О. Я хотела быстро показать книжки, которые мы читаем. И сделать как бы отдельное видео, но сейчас, мне кажется, у меня не получится, потому что навряд ли. Посмотрим. Ванни. Давай. Будешь свои книжки показывать? А? 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 Ачу! Ой. Ой. Ой, excuse me. Ой.
Ачу! Понюхать ногу тебе. О, нога вкусно пахнущая. Мне очень понравилось. Что? Ой! Мне очень нравится выражение, которое я услышала пару недель назад, наверное, может, неделю назад, я посмотрела видео. Кто знает жену Шелдона из «Теории большого взрыва»? Эми, да, по-моему, зовут там? Ачау! Ой! Excuse me! Вот, она, у нее есть свой канал на YouTube, кому интересно, кто может понимать. Баня, давай. О, как вкусно пахнут ноги у тебя! Нет? А, у меня, да? Да, понюхай. О, дай только. У нее есть свой канал на YouTube, ее зовут Майям Бьялик, я так понимаю. Она веган, короче, рассказывает очень классные вещи про то, какой она родитель, то, о чем она ест, во что она верит. Она еврейка, и она рассказывает очень много интересных вещей, которые, мне кажется, ну, если вам интересно, это неплохое зрелище. И она называет своих двух детей, которые вот именно как Эл, как на липучке ко мне постоянно, вот на липучке этот ребенок, она называет это Velcro. Velcro и переводится как липучка, то есть ребенок на липучке. И вот она, вот такой вот мой на липучечке ребеночек. Ням-ням-ням, зайка. Понюхать. Вкусно как пахнет. Ой! А покажи, где бас. Да, ты закрыла камеру. Молодец. Бам, да? И уронила камеру. Ладно, посмотрим, когда получится. Сейчас мы почитаем сначала книжку с ней. Давай, читай, будем книжку. А, верно. И вот окошко, да. Так, а тут у нас что? Где кофточка? Джакет. Джакет. Да. Кофточка, да? Штанишки, это pants. А это кофточка, да. Как у тебя кофточка? У тебя платьишко, да, только? Ну да, одежда. Джакет, да? Кофточка. Сейчас оденем кофточку. Light. Где light? Lamp. Это твой. Молодец. Смотришь, куда надо. Light. Да. Light. Yes. Молодец! Well done! Ладно, пойдем одеваться. Early the next morning. Всем привет! У нас уже следующий день, а вы все тут же. Да, Зайка. Непонятная какая-то. У меня башка болит. Всю ночь болела. И сейчас болит. Чего это машинка твоя, да? Машинка. Ой. Вчера весь день шел дождь. Сегодня все застыло, да? Что нужно делать? Что, целовать нужно? Окошко нужно целовать. Машинку там целую. Хотела показать, купили подгузники вчера. Мы покупаем бумажные подгузники только на, ну, когда на то, чтобы я спала ночью, да, одеваем. Потому что тканевые они, ну, их нужно переодевать каждые 2 часа будет. И вся кровать будет тоже уделана. Поэтому вот покупаем, чтобы спать. И если какие-то долгие какие-то выезды, вот, тоже одеваем подгузник бумажный. Но мы покупаем не обычные, а эти, которые,
которой не 450 лет, а лежат на свалках, а которые разлагаются в течение нескольких лет. Вот, сейчас покажу вам. Это вот Honest. Смотрите, какие зайчики. Да, пойдем кушать тебе готовить. И вот такие вот ягодки. Не пойдешь? Иди к папе тогда, я приду сейчас. Ты такая красота в шляпе. Проснулся в шляпе уже. Что, что, что? А что, тебе машинку? Трактор. Оказывается, я думала, что это просто трактор, грузовик, а это, оказывается, трактор. Я бы не подумала. О, любишь. Любишь вот так вот трактор свой, да? Я проснулась, и Нель сейчас уже едет домой. Что там? Бам. Сегодня... Бам, да. Сегодня хочу сделать немножко макарошек. А завтра мы поедем с утра на рынок. Да, зайчик? Завтра у нас будет огромная закупка овощей и фруктов, наконец-то. Ладно, пойдем внизу с вами увидимся. Завтра, я уже сказала, мы в магазин поедем. Поедем за продуктами на неделю, может, две. То есть мы покупаем... Я стараюсь использовать все, что у меня есть из банок. Кстати, посмотрите, какая красота. Из банок. Ну, как бы вообще то, что есть, вот, например, у меня здесь. Я пытаюсь по максимуму это использовать перед тем, как покупать что-то еще. Вот, поэтому завтра мы поедем чисто за фруктами и овощами. И я уже расписала, что мы будем как бы, ну, неделю кушать. А пока что вот нашла все, что в холодильнике. Все это нужно использовать. Вот, горошек, помидорки. Сейчас, короче, вот мы две котлетки. Сейчас будет у нас спагетти. Поэтому я пока поставлю вариться. Это. Макароны. Вот, пока Эл лежит. Она... Мне нравится, что... Она, в принципе, даже не смотрит туда, в экран. Принесли мы с ней книжки, она читает. Ну, не читает, сидит, смотрит книжки. И они больше интересны. Так, сейчас я перелью суп. И туда налью водичку для лапши и макарон. Ну, я покажу, что получилось. Вот такие вот макарошки. Так что добавила всякие специи. Вам по вкусу тоже. Вкуснятина. Для Эл я вот так, получается, порезала мелкими кусочками макароны. Сейчас я добавила авокадо. Вкусненько. И здесь немножко тертой свеклы, тоже с авокадо. Без чеснока, без всего, просто тертая свекла с авокадо, ей очень нравится. Вот, так вот. Эл своего кота на машине смотрит. Oh, there that went. Bless you. Oh, crap. I think she just... We still got her. Oh, Elle got click, click, click. Oh, Elle, click, click, click. Oh, click, click, I know, click, 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 say bam. Some have 2 feet, and some have 4, some have 6 feet, and some have more. Where do they come from? You can't say, but
But I bet they have come a long, long way. We see them come. We see them go. Some are fast. Oh, go. Oh, who am I? My name is Nip. I don't like my little bed. This is no good. This is not right. My feet stick out of bed all night. This is too dark. Yes, you're reading? Она не привыкла, что Энель дома в это время, когда мы ложимся спать. Поэтому, когда услышала его шаги, услышала, что он дверь открывает в ванну, все, вскочила, папа. И я ее обычно не отпускаю никуда, на подушке держу. Да, она упагага. А Энель разрешает, поэтому она пользуется случаем. Меня зовут.